Приазовский районный суд смягчил приговор 4 мелитопольским поджигателям. Серия поджогов прокатилась по райцентру в 2011 году. Тогда неизвестные в течение нескольких месяцев по ночам с помощью горючих смесей попытались испепелить сначала парикмахерскую, затем кафе, офис КПУ, горрайонный суд и межрайонную прокуратуру. Всех задержали в сентябре, на следующий день после инцидента у прокуратуры. Сначала Приазовский суд вынес обвинительный приговор по статье, предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. После апелляции приговор смягчили парням, которые признались, что хотели просто похулиганить, дали от 3 до 4,5 лет тюрьмы.